Премьер Госсовета КНР Ли Цян встретился с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном. Глава китайского правительства заявил, что Поднебесная намерена поддерживать Мьянму в выборе пути развития, который отвечает ее национальным условиям. Также Ли Цян предложил вместе строить общий экономический коридор в рамках пояса и пути. Мин Аун Хлайн со своей стороны поблагодарил КНР за помощь в развитии Мьянмы. Кроме того, он пообещал приложить все усилия, чтобы обеспечить безопасность китайских сотрудников, учреждений и проектов на территории своей страны. Переговоры состоялись в Куньмине в рамках 8-го саммита субрегиона Большого Меконга. На полях мероприятия Ли Цян также встретился с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой. Глава Госсовета КНР заявил, что Китай продолжит активно участвовать в экономическом сотрудничестве в районе Большого Меконга, содействовать региональному развитию и процветанию. В свою очередь Масацугу Асакава отметил, что Азиатский банк развития намерен укреплять связи с КНР в сферах инноваций, зеленой и низкоуглеродной экономики.